Друзья, всем привет! Мы едем в аэропорт Внуково. Вот, денечек у нас начался хреново. Сегодня 24 июля. Собрали чемоданы, забыли дома телефон, забыли сумку, застряли в лифте, пошел дождь. Короче, все нормально. Приехали мы в аэропорт Внуково. Получили билеты уже. Вот, сейчас пойдем. Самолет. Да, багаж мы уже все сдали. Вот, сейчас тут осмотримся, купим водички. И полетим. Сели мы в самолет. Вот, время у нас 15:45. Сейчас в 16:05 будет взлет. Через сколько там, 3 часа, по-моему, будем уже в Анталии. Все, увидимся в Турции. Еще раз всем привет. Нам дали покушать здесь в самолете. Вот у нас такой гамбургер. Я взял себе кофе. Диана тоже кушает булочку. Диана взяла себе чай с лимоном. Вкусно, Диан? Там колбаса и сыр. Поэтому мы сейчас покушаем, подкрепимся. Осталось нам лететь пару часов. Через 10 минут приземляемся. Пилот сказал, что командир экипажа сказал, что за бортом 29 градусов. Температура, говорит, хорошая. Ой, бачки, сейчас мы посмотрим-то. Всего доброго. До свидания. Пойдем. Да, ну, слышишь, пойдем. Прямо. Все, прилетели. Сейчас посмотрим, какой у нас будет трансфер. Прошли мы паспортный контроль. Сейчас будем получать багаж. Забрал я багаж. Минут 40, наверное, ждал. Вон народ еще стоит. Капец! Подошел в обменник поменять на лиры. Вот. 100 лир, 1500, по 15 рублей лиры. Короче, это походу очень дорого. Вот, поменяем где-нибудь там на местности. Вышли мы из аэропорта. Короче, тут вообще просто жарень нереально. Так, вот наша 17-18 стоечка. Сейчас мы оформимся и поедем в отель. Нашли мы свой автобус. Вот, 12:70 у нас. Сейчас он народ весь соберет. Мы поедем в отель. Короче, вообще тут просто жарище, блин, нереально. Ух. Не знаю, может успеем к ужину. Кушать всем хочется. Вот, ладно. Увидимся. Все, сели мы в автобус, тронулись. Держи сачок. Вот, народу, в принципе, не очень много. Но в автобусе кондей. Хренач, это вообще не по-детски. Холодно. Короче, чуть замерз. Нормально, ты выключил хорошо. Да. Он очень хорошо. Сделали мы остановочку. Перекур такой, так сказать, на 15 минут. Вот. Смотрите, что здесь продается у нас. Гамбурги. Так, у нас здесь шавуха. Стоит она 3 еврика, 20 лир. Ребята готовят, молодцы. Мороженое продают. Там такой магазинчик маленький. Кафешечка. О, дяденька стоит, накладывает. $2 стоит мороженое. Так, ну все, вроде все рассажусь по автобусам, надо валить. Так, друзья, заселились мы в отель. Дали нам номер.
Время у нас 20 минут первого. Очень хочется есть. Это вообще капец. Слишком долго мы ехали. Короче, сейчас пойдем похаваем. И, наверное, завтра я с утречка покажу вам номер. Вот. Так что идем кушать. Зашел я тут в ресторанчик в час ночи. Сейчас вам покажу, что тут есть. Супчик. Так вот, еще один супчик. Специи. Так, тут у нас макарошки. Это я не знаю, что такое. Капуста. Еще какие-то вкусности. Огурчики, помидорчики. Рис. Есть. Это какой-то гуляшик. О, мясо очень вкусное. Котлетки. Рыба. Картошечка. Разные чаи можно попить. Сейчас, Диан, 5 сек. Да-да. Разные чаи, кофе. Короче, я пошел есть, у меня слюна уже бежит. Ребята, поел от души. Капец. Выпил пивасика. А? Да, можно здесь, можно там. Выпил пиво, 3 бокала. Охренительное. Диан, пойдем на бассейн. Сейчас пойдем на басик, посмотрим, покажу вам, что там за бассейн-то у нас. Переодеться мы сейчас посмотрим сначала. Вот, смотрите. Ночной бассейн. Горочка одна у нас там. Барчик. Вот, смотрите, так... Красава-то. Давай, можно покататься в бассейне. Можно, да? Да. Ну все. Лежаки. Короче, сейчас будем спать, а завтра с утречка поснимаем видосик. Поплаваем в бассейне. Круто. Пришли мы в номер. Смотрите. 2 кровати. Сдвинуты. Вот, стол тут. Кресло, детская кроватка такая интересная тоже. Там телефончик, подушечки, какой-то диванчик тут. Телевизор, холодильничек, вода, кола, фанта, спрайт. Все бесплатно, сказали. Каждый день меняются. Так, тут что у нас? Ничего нет. Сейчас, да? Сейчас, секунду. Так, здесь у нас балкончик. Сушилочка такая интересная. Так, выход у нас на соседний отель. Вот. Ну ладно, нам пофигу. Так, здесь такой шкафчик. Вешалочки есть. Еще сейф. Все подушечки, одеяло. Так, здесь туалет. Раковина, полотенце, толчок и ванная. Тут тоже полотенчики, душ, шампуньки тут, мыло. Друзья, всем доброе утро. Время у нас 8:30, мы идем на завтрак. Сейчас позавтракаем, пойдем на море. Искупаемся, посмотрим, всякие барахолочку зайдем. Что там есть. Вот здесь еще темно, пока свет не включили. В общем, сейчас я засниму хавку.